разрабатывают там, в первую очередь разные манипуляции. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета открыл свои двери для работников средств массовой информации и казанских блогеров. Мероприятие прошло с соблюдением всех норм и ограничений, связанных с COVID-19, поэтому число участников было ограничено. На самом деле, блогтуры мы начали проводить в 2018 году. Эта идея понравилась нашим гостям, нашим блогерам, и мы решили ее периодически проводить. В таком варианте этот конкретный блогтур приурочен к Дню российской науки, который мы будем отмечать завтра. А сегодня мы решили показать нашим блогерам один из самых интересных наших институтов, Институт фундаментальной медицины и биологии. Пресс-тур включал в себя прогулку по кабинетам медучреждений, а также знакомство с манекенами и аппаратурой симуляционного центра Института фундаментальной медицины и биологии, а также другим современным и медицинским оборудованием. Блогеры имели возможность прикоснуться абсолютно к любому экспонату и задавать интересующие их вопросы. Очень хочется увидеть что-то вот такое, знаете, на грани. Как раз проходим сейчас с ребенком тему анатомии, проходим тему мышц, внутреннего строения. Мне кажется, здесь это все есть в избытке. Мероприятие завершилось интерактивом, а именно показом фильма о разработках и новейших технологиях в области науки и медицины. Отметим, что подобные пресс-блок-туры уже ранее проходили в стенах Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.